здесь занято. Удивлена, увидев меня? Не очень. Мой друг скоро должен сюда вернуться. Он и правда твой друг? Любой мужчина, кто платит, мой друг. Тогда мы можем встречаться снова. Мне просто нужно узнать ваше имя. Ева. Иногда мне кажется, ты способен убить. На сегодня все? Нет, не все. Я дал тебе аванс в 20 тысяч, и пока ничего не получил взамен. Ты обещал мне новую пьесу. Или мне приснилось? Я начал писать роман о проститутке в маленьком городе. И о парне, который без ума от нее. Ты связался со шлюхой? Без макияжа вы гораздо красивее. Парень быстро убеждается, что она холодна и расчетлива. Лжива и эгоистична. И тогда он решает одержать победу на ее поле. Вы же ведь один? Да. Я сыта по горло твоей ложью. Хватит держать меня за идиотку. Он хочет, чтобы она влюбилась в него. Ева, это ваше настоящее имя? А какая вам разница, как меня зовут? Меня это интригует. Такая женщина не может влюбиться. Это именно то, что подумают читатели. Попадется ли она в его ловушку? Или нет? Я пришел убить тебя. Ты всегда умел меня рассмешить. Ты все еще хочешь за меня замуж?